Прикол, мы собираемся в Ейск, да? Игрушки. Прикол. Афоня хочет взять с собой чемодан. Я не знаю, для чего, если у него вот такая вот вещей. Да, у него совсем чуть-чуть вещей. Да, мы одеваемся. Гриша и Афоня... Ну, иди относи до игрушек. Гриша и Афоня едут в Ейск с папой, а мы с Антоном дома. Так, все, бери костюмчик, поехали. Наконец-то тут свет. Ага, папа так нам машину и не прогревает, да? Ты ж посмотри на меня. Мало. Почему мало? Становись вот сюда. Мало. Да. Ну, буду ждать, да, что делать. Ходить, наверное, не сильно умеет. Мам, мои сестрички. Девочки, кто повыше у нас? Даша, я вот сейчас не буду вас никак. Или волшебник, или волшебниц, да? Вот. Здравствуйте, ребята! Да! Дружнее! Здравствуйте, уважаемые родители! А, вот я еще плачу. Что плачу? Ведь все равно не будут. Гости идут, все себя. Все хорошо, не плачь, давай. Все нормально. А что же плачу? А что случилось? А? Нет, не плачет. Он настоящий мужчина. Мужчины не плачут. Он тоже плачет. Чего плачешь, Макса? Мою красиво новогоднее платье украли. Должна вернуть этот сундучок Деду Морозу. Стой. Ты чего не разогнался? Ты сейчас к охраннику набежишь даже. А у тебя документов нет. Эй! Тогда, ребятки, чтобы он не бежал далеко, вы попробуйте вместе с ним потанцевать. А дальше мы все начислим. Итак, ребята, смотрите. Хорошо. Слушайте внимательно. А мне нужно уйти, я с вами прощаюсь. До свидания, ребята. До свидания. Сейчас, ребята, здесь не важна быстрота. Здесь важно правильно пройти в свежих сапожках. Мы будем парой идти. Сначала первая пара. Проходит через снежную гору, возвращается, передает стрижку, помогает на ней сапожки. Никогда не ждет. А я, между прочим, ожерелье повесила.
молчат. Только где мой нафилет? Ничего себе! Ладно, потом разберусь. А вы хотели Деда Мороза попасть? Мы с Антохой сейчас едем на танцы. Суббота, в общем, у нас такая насыщенная, да? Рексика выпустили погулять. Давай. Ходи, поехали. Не, еще не забрали. Вон. Еще твое письмо здесь. Тош, одевай кофту. Ну вот твоя кофта. Давай, я тебе пуговичку расстегнула. Давай. Кузнечик. Сейчас еще шапку тебе и крылья. Не надо пока на шпагат в этих штанах. Тебе ж в танце не надо на шпагат? Тебе в танце надо на шпагат садить? Ну все, пошли.
сейчас посмотрят на тебя. Давайте, давайте, Антоша сюрприз принес девчонкам. Кому да, я пошутила, рот можно закрыть, Зой. Не подглядывай! Вот, я открыла, Антон, давай. Так это кому ты? Слушайте, не могла не показать вам этих поросят, я от них просто балдею. По-моему, они такие классные, такие снежные, зимние, очень симпатичные символы Нового года. В общем, вот так вот сейчас проходят мои дни. Все потому, что скоро Новый год. Но вот эти вот уже айсинга не хватило, не стала новые замешивать, и на один еще не хватило. Но то, что есть, я очень рада. Завтра продолжим. Тоха, в общем, остался у родителей. Все, я иду спать. Сейчас уже 3:30. Да, вот сейчас я ложусь примерно до 2 точно не сплю. Но мне это настолько нравится. Я прямо сейчас ложусь и думаю о том, что мне нужно делать завтра. Обожаю составлять планы. Уже написала себе список дел на завтра. Главное успеть все сделать. Вот такие вот новости. Ну все, всем спокойной ночи. Не знаю, когда я буду выставлять видео. Сейчас пойду, наверное, парочку смонтирую. Все, всем пока-пока.